такая большая выборка, но первое впечатление то, что более содержательной становится игра команды Петра Сискура, хотя можно понимать, что и команда-то поменялась. Теперь мы говорим не о Торпедо, а о Тракторе. Это шанс для Амура. Я уже не говорю про перетянуть инициативу, потому что она и так на стороне Хабаровчан. Это самое что ни на есть шанс забить. Федотов против такого развития событий. Отличное спасение вратаря Трактора. В одной точке. Но, скорее всего, это была некоторая неразбериха в обороне Амура. Опаснейший бросок Владислава Ушенина. Дальний угол выцеливает. Вот он, бросок Ушенина. И Федотов задевает Шави. Крышку ломать не надо, она еще пригодится. Своего партнера по звену. Кручинин. Вперед. Турбин первый. У борта. Какая передача Попова. Бросок. Ланхаммер отбивает. Добивание последовало. И все-таки накрывает шайбу вратарь Амура. Отличный момент у Трактора. Опаснейший момент у Влада Ушенина и не забивает. Выход один на один. Так удачно выскочила шайба Владиславу Ушенину. Терещенко выставлял, Клюшка пытался помешать этому броску. Кручинин. Вошел, скинул шайбу, тут можно разыграть. Короткие передачи. Попов поехал к борту, и на Попова никто не выдвигается. Но расставил Трактор. И там была позиционная атака. Блинкин. Бросок, гол! Попов открывает счет. Снова гол в большинстве. Андрею Попову. Но тут помимо Глинкина, конечно, Кручинин нельзя не отметить. У него передача за ворот была как раз завершающей. Что не позволяет поймать шайбу в ловушку. Опасный проход отбивает Федотов эту шайбу. Показали нам довольно хабаровских болельщиков и болельщиц. Кстати, в первом перерыве. Давайте вот два в одного досмотрим. Бросок, гол! Лукаш Седлак, его третья шайба в этом сезоне. Смотрите, останавливает шайбу Гика. И дальше Седлак видит справа, если не ошибаюсь, Виртанин. Хотел бросок в ближний угол. И Ланхаммер, видимо, ждал передачи. В этом моменте Седлак бросил. И сделал все очень четко. Опаснейший момент. Томаш Загорно подставляет клюшку. Бросок из-за ворот. Федотов лежит и раздает свисток. Гинек Загорно видел брата. Отдавал передачу. Дальний бросок. Ух ты, какой рикошет. И Федотов лишается сухаря. 2-1. Не успел переместиться вратарь Трактора. Три подряд вбрасывания за хабаровчанами. Тут рикошет в борт, потом от борта и уже в конек Федотову. Бросок защитника оказался результативным.